Молька? Молька куда поехала? Время улетает как тень от солнца палящего в самый прозрачный день. И как бы нам не хотеть, однажды нам крылья помогут наверх взлететь. И никаких новостей, но каждое утро нам нравится новый стиль. Мы вечно просим простить, но сами не можем друг друга никак спасти. Пока мы тихо горим, я должен однажды сгонять в этот чертов фри. Увидеть лето Париж, а в августе дикой компанией ехать в Крым. Наши дети растут, пока одна в школу, другой... Всем привет! Вот и началась неделя отпуска в Астрахани. Мы вчера поздно вечером приехали, было темно, поэтому ничего не снимали. Папа с Фиолетой уже там пошли. Что делать? Рыбку ловить. Да. Конечно, хорошее здесь место. Ну, поедем другое искать. Это оказалось, что для других было приготовлено. Там малюха стоит. Сейчас мы будем завтракать. У нас на завтрак пюре, овощи, что тут конфетки к чаю, кофе. Мы не стали все разгружать еще. Будем искать другое место для нас. Тут где-то рыбка должна быть. Вот она. В сети заплыла. Ну, как в сети эти. В ловушке. Такая одна. Чайник. Я уже третью булку. Малюха уже искупалась. Быстрее всех. Море. Это я ее воду. Нет, она сама. Поцевайте меня. Можешь хлеб? Решили окунуться. Ну-ка. Малюсик, купаться пойдешь? Тоша, хорошо ему. Мы переехали, спустили уже лодку. Ты куда, Виолетта? Окунуться? Окунуться пошла? Куда пошла? А, ну давай. Так. Переехали, потому что здесь тенечек. Здесь получше будет. Сейчас все переносим. Вон Молли уже что-то ест. Майонез, наверное. Масло. И майонез. Чем? Маслом. Давайте масло посмотрим, какое есть. Так. Палаточка. И папа. Уборочку делает. Уборочку, да. Расчищает территорию. О, ух там. Ямку мы закопаем. Все. Купили дыньки. Это так. С дома еще помидоры. Вот так вот. Там мы уже расположились. Виолетта будет спать у нас в машине, сказала. Не хочет она в палатке. Да. Сюда спустим в тенечек. Молька распласталась. Да. Красота. Пойдем кушать. Малюсюлька. Малюськи. Мычу-пычу. Так, папа занавесил, натянул веревку. Да, теперь есть такой тенечек. Нас готовится кушать. Греем чайник, пока буфешки. Потом поедем на рыбалочку. Татусик зажарился. Ням-ням.
На-на-на, 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 на-на-на. Кормить кабанчиков. Оле. Пока не видно, но покушает потом от арбуза шкорки. Я думала, может поблеснить. Там сидят, сказали, рыба есть. Будем смотреть. Да, Туся? Тусик, мой сладкий мальчик. Выехали мы на палочку. Мама осталась в лагере с собачкой. Там вот наш лагерь. О, тоже спускают катер. И волны. Первая рыбка я поймала. Это окунёк на спиннинг, на вертушку. Вот, мама ее пожарила. Будем кушать. Красота. Болит душа от потерь. Верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль. Придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль. Время стоп, стоп, печаль, улетай. Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями, холодными днями, бессонными ночами, желтыми листьями, странными мыслями, в поисках истины. Вопросы как выстрелы, я в одиночестве, свободы так хочется. Лишь только небо одного пусть обо мне заботится. Рушить и строить пусть со мной никто не спорит. Через смерть жизни ты меня не остановишь. На меня смотришь, а в глазах холод. Со мною быть хочешь, но тебя держит город. И ищешь повод, но меня не удержать. Я свободен, как птица, я рожден летать. Меня трудно понять, меня трудно забыть. Меня трудно терять, меня трудно любить. Я теряю тебя, опять и опять. За тебя, за любовь, я готов все на свете отдать. Теперь у нас папа есть личный водитель. Смотри на дорогу. Нормально, нормально. Не, я на бабник. У нас привет,